Так, что там у нас DC? DC, DC, DC. У нас здесь 3, у нас 3. Пока что 9 у нас. Рога, наверное, заходит. Заходите в инст. Тут уже лог шкаф поставит, то сумма не у всех. Короче, пока что будь подаван, танки. Да ща он подойдет, подожди, он пока отошел. Пока ты собираешь. Рыбы нет, короче, нихуя нет. Совести тоже нет, блядь. Так, шкаф ставится. Сейчас засуманю. Сейчас засуманю все. Ретрики это хорошо, хоть этот гнев небес, там вот это все станы. А что, вот эти задания, что тут перед горожаном, они дают репу с карой? А да я не, возле горожана, не надо мне сумму. Ну это квест вы должен давать. Мне тоже репа нужна прям. А я вот кольцо, короче, взял на этого, на хапала, и я сейчас не поменяю на ретриковское, пока при вознесении не сделаю. Да. Пиздец. Я дебил. Там, по-моему, ДДшное кольцо, по-моему, ни о чем. Да, мне хиловское это вообще не нужно. У меня, наверное, дружки хиловская стоит. Так, что, Владюха, Люминара осталась и подала. А, я здесь. Мы перед инстом стоим, возле кустов. Заходите, мы тут. Что, подала еще остался? Да, мы все уже. Окей. Че, рыбы не будет, да? Да нет. О, Гера, заебись. Где Гера пошел? На все бабки. Кто шаман, блядь, кто? Гера. Самый еще большой прикол. На мне-то Гера не висит. Так, тотем трепета где, блядь? Уж трепет надо. Так. Че, я каски разбафаю тогда? Короче, вы бафайте там, кто что хочет, похуй. Приз, приз. Кабанчик. А, лапки нету, короче. Может, свитки у кого-то есть? Как он называется? На чертах? Есть. У подавана есть они. О, вообще заебись будет. А то друида нету, сука. Короче, вот два СС. Ну, там пока что не надо, я думаю, пока нормально пойдем. А там на боссах, на каких-то, на гневе, там посмотрим, на кого кидать. Это, вопрос. Танка нашли, либо я в танке? Ты в танке. Ну, это пока что... Можно потом потестить будет этот, как танчит Владюха, а ты подведешь. Ну, если вдруг проблемы какие-то у него будут с ДПСом, если он там меньше 6 кадров. Не, ну вы мне можете подсказать, как танчить, и я буду стоять танчить. А танчить там просто все кнопки нажимаешь, какие есть, и все. Нет, я знаю кнопки, какие нажимать на таунта. Просто так поведение боя. Каражан. Сам каражан просто я никогда не танчил. Ну давайте, а тут тоже похуй, просто все бьешь, что есть, и все. Ну, все легко. Так, что, у нас фул каражан? Ну вот мало того, последний раз я не уверен, что мы же не успеем. Может, я думаю, мы по токенам пойдем. А вам пизда еще будет, я власть забыл сменить. Так и понял. Кто думал по токенам? Он, блядь, люди сдыхают. Так, а мы что, кару на фул идем? Не, есть почта у кого инженерская? Ну, вообще можно пойти по токенам, типа, если вы не хотите на фул. Ну, я бы хотел на фул, блядь. Не, нужна репа. Да было, может, пораньше собирать на фул. А кто, у кого времени не хватает? Сколько у тебя времени? 5 вечера уже. Не, ну... Сколько? Не сколько у тебя времени, а сколько у тебя есть времени играть? Часа 3 есть? Блин, вот где-то есть, наверное. Ну что, мы успеем за 3 часа? Да. Должны. Каражан должны успеть. Сейчас посмотрю. Если, по ДПС. Конечно, проблем не будет. Каха почему-то 4. Рога бешеный, в логе, блин, 15к ДПС. Сейчас на коне посмотрим. А Рога вообще хрен. Рога, ты в Дисе? Вот. Сейчас пошли до коня почистим. На коне я как раз гляну ДПС. И там уже будет видно, что стопудово кара там, блядь. Не, почта есть у кого инженерская? Будет. Алло. Нету. Тем я более... тут съедаю по-быстрому. А зачем? Зачем тебе? Я забыл этот настой взять. Забей хуй, какой в пизду настой, блядь. Потом, на каком-нибудь перекуре. Я купил уже. Да пускай лежит, пока бей трэш. Это просто дольше будет все. Потом на какой перекуре. Какой настой нужен?
Мы, короче, будем после смотрителя. У меня один есть пока. После смотрителя будем трэш пробегать. Там вот эти большие, которые. Я дам тебе, если что. Вот. И в это время ты сможешь как раз там слетать, все такое не сделать. Так, вроде бы нормально, не пробивает. Сейчас, главное, смотрителя нам захилить спала. В принципе, ретрики есть. Щитком поможешь. У тебя есть возможность по фреймам тыкать щитки? Катя. Есть да. Невозможность, да. Ну, в принципе, тогда мы не должны сдохнуть. Ну, там еще по сферам, чтобы все играли. Пока что это как РБК, блядь. Самый ответственный босс, это что там? Блядь, гнев. На Аране все знают, что не двигаться в огне. Молчезар. Ну, Молчезар чисто ДПС. Сейчас на коне глянем, какой ДПС. Так, что у нас там? На гневе ДПС тоже. Урога, вообще бомба. В четырех или в пять, в пяти кусках? Что-то мне показалось, что я пять кусков, что ли? Ну да, там некому было, я забрал. Пойдет. У меня такая ситуация с ШПшкой. На ШПшку что-то пятый кусок сочно смотрится. Ну, конечно, одеяние Мерлина заебись, то, что дырка там есть. А так я бы пятый кусок взял, блядь. Короче, это мой дебют, можно сказать. Шумани. Ну, конечно, целка 25 гер хилил, блядь. Ну там. Хули, говорят, одну цепуху нажимать и все. Так, мне какие-то, блядь, настрои. Ой, я настрою. Пока все доты раскинешь. А ты не раскидывай, ты бей сушением, вон там. Три моба и сушение. Да, оно немного дает. Это пока что. Сколько хосты у тебя? Ща. 524. Ну, мне повезло тем, что я на том КД, когда попросила ребят сделать мне проходку, два токена забрала. Ты шаришь, да? Они у тебя какие трини там? Ну, вот трини не выкинь. У меня плохие трини. Ты вот эти трини выкинь нахер, короче, и возьми яйцо или что там есть, вот это параша. Это первое возьми. Потом. Я не Давай после рейда посмотрим. Надо с проком хосты. Вот ты вот яйцо тоже возьмешь, оно пассивное СПД. Я на Толгород сейчас сделаю, чтобы там оттуда триню забрать и еще что-то буду делать. Толгородовская хз. Или глаз без груля, конечно. А ты, кстати, проходку сейчас делаешь? Не, у меня проходка есть, я ходила уже на том КД с нашим магией груль. Ага, ну все, мне тоже надо подсоединяться, блять. Я на этом КД проебу один рейд, потому что воскресенье на сутках. Надо мне что-то, блядь, собрать с Рогом. Рога выше. Он написал жерелогниц. Так, надо, чтобы подавал сейчас не обрыгался. Сука, мне пизды дали. А в итоге съела тебя. Так, на фул это что, 3 часа где-то надо будет тут торчать? Ну, около того. Плюс-минус. Это жесть. Я думал, мы по токенам пойдем. Мне поле зрения. Ну, эфир выгнал, видать. Блять, маны-то нету. Не удержала. Да куда ты там держать собралась? Щитки много, кидала. Много сагрил. Угу. Не для наших хилов. Да еще за стенку, когда убежал там. Да. Я так, и так, типа, в этот проем пытался встать, чтобы ты меня хилил, как бы. Так, а что, никого не, чтобы меня заменить, если что? Ты кто, Рога? А это кто говорит? Не, это Владюха. Да, блядь, у меня 3 часа не будет, чтобы тут висеть. Ёбаный урон. Да найдем. Ну ладно, тогда сейчас до босса с вами репу пофарм. Ты смотри, как пойдет. Ты посматривай на ману хилов, там хилы пьют иногда. А кто второй хил? Хорошо, ты первый. Хэпал.
Анал дайвер. Анал? Нормальный ник. Я извиняюсь, если я неправильно прочитала. Да не, неправильно, там просто драйвер, блин. Это внутренний голос. Бля, эфир этот заебал. А у тебя там стоит, да? Да. Его там по ГД обновлять вроде надо. Так, сейчас после этих мобов пожру. Да, да, конечно. Туман урез. Да и бафайтесь пока что. Давайте бафайтесь. Что там, все, босс уже? Да, босс. Я не помню, надо там вон ту хуйню чистить? Вроде не надо. Можно не чистить. Можно не чистить. Так, на меня замените сейчас уже. Кто? Пал, Рпал. Владюха, что ли? А что ты ходишь? Да у меня не будет 3 часа времени. Там конь, что ли, нет, казалось. Ты прикалываешься? Я думал, мы по токенам пойдем. Ты такой интересный. Че, уходишь, да, стопудово? Ну конечно, а че мне потом посреди рейда ливать, что ли? Ну, печально. Я думал, сейчас быстренько токены заберем и все. Я в гильдии спросила сейчас. Ну спроси, прям. Прием. Хант нужен или есть? Кто-кто? Ханта нет. Давай, о, хант вам хант на гнева вообще будет норм. Давай, заходи. Тут проводим нас один выходит. Все, я вижу. Первый тролль, да? Угу. Это который заебись дамажит, да? Это не монки. Это не монки. Ну 6к дает. Ну, под бафами дает. Нормально. Тут это... Энима спрашивает, а можно мне под лоста будет к вам затесаться? Да посмотрим, я хуй знаю, может кто-то уступит. Я не знаю, как бы, чё кому надо. Не-не, ему нельзя, по-любому. У вас не лагает, но всё нормально? Да вроде нормально. Так, всё, я в Долоран погнал, всё, всем пока. Давай. Трюсимоните, да? Или чё? Да, есть Локи. Локи, поставьте шкафчик. Трюсимоним сейчас хам-то. Пуски вас дайте. Кать. Рот закрой. Кто там с паладинов бафает? Давайте. Давай, значит, Хулипал. Ты бафай каски всегда. А ясный, ты бафай кулаки кресты. Перебафайте, то касок у нас нет. Еще все здесь. Так, а вроде тут трэши не надо, да? Можно бить спокойно здесь коня. Да, можно пить. Ну все, подходите. Я могу лужи просто вытащить трэш. Да, подходите. Подожди, вы эту касочку не дали. Этот, ты в тут, этот, Хулипал. Прием. Да, вешаю уже, вешаю. Вешаю. Так, ну, пока что фиры кончились. Наверное, свич у нас обратно сюда. Чтобы мы ману резали этим. Это мне нужна вещь даже. Кен, поставь на кнопку, пожалуйста. Да, сейчас. Так, даю проверку и будем пулять. Сразу босса. Так, а чё, какую надо поставить? Ну-ка, расскажите мне. Ловкость вот эту хуйню, да? А, нет, ДКшник есть. А чё надо поставить? На броню? Давай на броню поставим. Напомни, в кого бурстить? В коня или в этого? Блять, на скольки, я не помню, на скольки процентах он соединяет. Короче, с пула бурсти, а потом уже по откату бурсти. Они когда соединятся, там это самое. Там нормально, ДКшник огромный. Все, короче, давайте на счет 3 пулять. 1, 2, 3, пуляй. Просто хуярим, не убить. Просто ДПСти и все. Все в спине встаньте. В одной точке. Чтобы конь далеко прям не бегал. Подойдите прям в жопу ему, пожалуйста, он начнет бегать. Пока что бьем полночь, а потом, когда они соединятся, уже один босс останется. На скольки процентов, я не помню. Так, проклятие. Не забудьте там еще про Гера.
этот конь бьет рогу почему-то, какой-то, то ли конь, то ли вот этот босс. Смотри там, этот, полночь стаунти, и, или набери огромный рога, ваниш нажми, и хай у тебя дамаг 15к. О, заспойлил. Так, а у нас кто еще может? Никто не может. Ну, на 35 что ли у меня, блять, превращение, соединение. Нет, значит, значит на 25. Это какое долгое БКП у меня. Сейчас будет 25, и они соединятся. О, все. Бля, как же хуёво агро набирается без друида. Почему? Ну... друид, она мне давала как бы... Чё, давайте урон. Геру? А, хули, какая Гера? Я же шаман. Я когда омоложение на него кастовала, у него руны быстрее кдэшились. Не руны, может, сила рун просто больше. Ну да. Сила рун. Непривычно Геру давать. Так, ну ДПС вроде проходной, да. Ну за счет роги чисто, что он десятку дает. Плюс еще мы два хила, блядь. Ну ласта, этот, анал, у тебя есть ретрик? Но он не одетый почти. Нет, у меня ДД тоже нет. Ну ласта, в принципе, посмотрим, давайте. Сука, хоть бы что-то падало отдельно от шамана. И хила, блин. Потом, короче, если у кого время есть, их ионию пойдем десяточки. Но если у кого время нет, то доберем кого-то. Так, рога надо тебе вот это? Ну, если никому не надо, заберу. И вот эту ткань. Кому-то надо? Так. Кафе. Я сейчас первый тролль перезайду, что у него сейчас свайт-шоу. Давай-давай. Пошли на трешак. Там по чуть-чуть тащи. Прям максимально осторожно там. Ясный давай этот, как он называется. Гнев небес. Вот эту всю парашу. Катя, дай щиток. Угу. Иди. Только вы встаньте где-то подальше. Это я не знаю. С правой стороны встаньте, я буду уходить влево, лужу кидать. Звездочки тусуйтесь, чтобы он это, чтобы туда отводил, чтобы нас не убили мобы. Так, и что там? Там трепет надо, нет? Бля, сейчас это не надо. Вроде нет. Паладин и пизды нахуй. Не, нихуя. Я хуй знает, как это хилить. Я буду помогать. На проклятие можно хуй забить, да? Они там не страшные. Нихуя себе,
кидаем, да. Мне кажется, нам на дракона ДПСа не хватит. Я сейчас не бью вообще. О, подчинение. А ты этим бьешь, как он называется? Жезлом. Да должно хватить, судя по коню. Сколько там? Там же не 60 тысяч или 60 там надо? Да? Было 50 у нас, да? На коне. Я вот не помню, блядь, с какой там проходной был. Ну не 60 же тысяч. 60 это, блядь, это уже ВВК десятки оно. Наверное, полтинник. 55 там хватает. Вот это, наверное, две пачки привык. Да, я много спулил. Ну я, повезло, я гимн отдала. Хорошо, что не сдохли. Ну я отдал деф и все. Сейчас жди, ману отпиваем. Так, что-то бой, блядь. Спадет, не падет. А, все, спал. Войну кулак киньте. На гнева мы просто рогу поставим, блядь. Боешка. Просто рогу поставим на, как он называется, на луч. Он там, блядь, 20к даст, я думаю. Так, первый тролль на улице выбежит за кольцом. 5 сек. Угу. Боль, а ты собери, тут рецептик лежит, короче, еще какой-то. Так, ну-ка. Не могу тыкнуть, там, блядь, вар какой-то мешается. Квот, иди. Блядь, еще моб какой-то, блядь, стал. Где? У тебя фетиш на нежить? Синяя хуйня какая-то выпала. Так, и слава. Там рецептик есть. Да, фетиш. Блядь, где рецептик? Не вижу нихуя. Дай щиток, я пошел пулить. Давай, беги. Беги. Хуй знает, где. Дайте каску по роге. Этот. Хулипал, обновляй каски там. У тебя стоит баф? Полипал. Во, кого даже не наканул. Говенный рецепт нахуй нужен. Три дырки. Чтоб был. Так, ну что там, мастаны? Блять, почему паладина? Сука. Я, короче, когда иду, сажусь хавать, она у меня на кнопке это, через shift колесика на второй раскладке кнопок. А хилок там нету, блядь. Я сижу, тыкаю, блядь. У меня там ролл еще. В итоге вместо того, чтобы хилить, я ролл кидаю, блядь. Пиздец, блядь. Бывает. Надо сейчас перекинуть куда-то. Сейчас я иду перекину, блядь, вот так, оп, все, ему жабу кинул, не знаю, поможет это, нет? Ненадолго. А сейчас в жабе пусть бегает. И бублы все. Имбовые. Эх, игра хилом такая скучная. Ни экшена никакого, блин. Ну дальше будет. Что там много осталось, мобов? Или можно подниматься? Можно подняться, там справа пачку надо забрать, и будет пусто. Пошли. Там две пачки справа. Пошли сразу.
там в уголке будем бить влево. Хули, я заебался, уже внизу стоят. Вот заебись. Вот тут вот и башим. Тема. Все. Сейчас эту пачку разобьем на мороза. Вот нетерпеливые сейчас умирать будут. А мертвые не дамажут. А что ты рогать тут выбить, что ты хочешь или что? Да, мне кольцо надо с смотрителя. Ага. Ты надеюсь, ты не ливнешь после него. После смотрителя. Не. Будет заебись. Я эти кольца знаешь, куда хочу, блять. На сборку на блок щитом, блять. Ну давай с комнаты и за угол сюда. На протопал. Вот это или на протопал, или на протовар. Там потому что две дырки не решают много. Считай один камень на показатель 90, показатель 92 будет. Это многие проблемы решают. Хотя там на характеристик никаких нет защитных. Неизвестно, как это сборка будет. Ой, бля, собрать будет и всю хуйню. Где ты там, Агрити? А чё ты здесь хочешь? А что на морозе? Сзади моб там один. Это что, огонь или что-то у тебя кинуло так быстро? Сейчас подожди, резну. Да я это развернул мобов в него. А. Ты это ложный выпад, если что, прожимай. Может немножко засыпать. Я прожимаю. Так, вот сейчас вроде как дома будет. Играл кто-то Grim Dawn? Никто, никто не играл. Что-то знакомое. Там типа как в Diablo, только бегаешь там, блядь. Два класса нужно совместить, чтобы гибридный получился. А, да, немножко играл я в него. Я, короче, скачал, блядь, поиграл. Ну, прикольно, мне нравится. Она лучше, чем Diablo намного. Не знаю. Может быть лучше Диабло. Да видишь, не застал те времена, когда Диабло прям ну, пиздец топовой игрой считалось. Ну я в нее играл, конечно, но не сказать, что прям фанатично. Я больше всего фанатично играл в Fallout того. Fallout я вообще не играл. Что-то мне Fallout не нравится, кто знает. Вот Сталкер. Когда он вышел в 2007, это было кайфово. Это было заебись. Fallout говорят что-то типа такого, но мне почему-то вот эта американская тематика не нравится. Вот именно их не апокалипсис, их не взгляд. Ну, все такое. Мне, короче, перезайти надо, у меня какая-то хуйня с аддонами. Давай. Так, пошли в комнату, он там уже сагрил. Вот здесь вот. Да, стой, держи тут, ага. Я не помню, что-то бам-бам, какая-то баба там, короче, ману съедает. Это, блядь, будет печально, если... Вроде дальняя правая, если не ошибаюсь. У нее, по-моему, баф еще шипешный есть. Сейчас скажу. А, баронесса съедает ману. Ага.
потом прибарахлиться ОДшкой, выки в Аниксе. Можно еще этот сделать, Викли, блять. Или там Разувий, по-моему, или кто там сейчас. На этой неделе. 300 ОД, заебись. Чуть пару шмоток в РБК выбить и все, заебись. На этой неделе, да, инструктор Разувий с... Так, что там? Ну еще полкомнаты осталось, все же боссов нет. Какой-то из них там опасный. Да, вот это вот курва. Квадрат. А что с ней делают обычно? Контролят или что? Или просто косты будем кикать? Есть косты можно кикать, да? Рога есть, ДК есть, кто еще там может? Вар есть. Нормально. Это просто морозы свечится и все. Ну да, морозы, да. Просто я имею в виду, когда он исчезает, чтобы она маны слишком много не съела, кикать ей иногда косты. Кто-то свечился, что просто если хуй забить, бывает, что на ману съест или хилам, или ДДшнику какому-то, и он будет просто стоять как кашет. Сейчас позырим, короче. Сейчас с пула рога с фантом только бьют. ДКшник там пока набирает агро на лужу на всей этой параше. И уже потом секунд 5 спустя начинает дамажить. Ну, в принципе, должно быть заебись. Над скай или нет. Сейв 20. Ты комбат? Да. Ну там вообще жестко должен быть адреналин, что там, мясорубка, блять, это хуйня. Шквал, блять. Скажи, перезайду. На рыбу дайте. Логу, и мне прям хочется логу создать. Вон на столе стоит рыба, ешь, ебать. Че, умный сами, что ли? Дайте кабана. О, всё, кабан, вижу. Вот он где-то есть у него, ножи воткнутые, блядь. А че вы это? Че вы сюда подошли? Там осторожно, там мобы где-то стоят. Ой, я на стул сел. А где кабан? Вот, садись и кушай. Внизу, прям перед подаваном. Короче, я не могу, я еще пойду от мобов умру. Умру? У меня камера шатается, меня это бесит. А, ты бухнул, да? Да, да, да. Так, сейчас пал зашел. Зашел. Там в настройках можно ее отключить. Как? Как-то там, что там, размытие или что там, я не помню, как это было. Так размытие... Настройка графики. Так, настройки графики. Эффекты. Ага. Эффекты. Короче, отключи отображение бликов и эффект свечения. Все отключено, у меня просто это, когда я бегу прямо, у меня камера влево-вправо, влево-вправо. Ну и забей, короче. Нет, я так не могу, ты меня это бесит. Хочешь? Ну давай, да. Отдыхай, ебаните шкаф, сейчас мы его сначала инстасу манем. Ну я тогда пока слетаю за этими. За плосками. Давай, это кто, Рога? Да. Ты поди еще на 100 титанов хочешь? Не. Ну и правильно. Жаба душит. Вообще не говори, блядь. Я в ВК пошел, короче, у меня просто пукан сгорел. Но я как-то давно купил, месяца два назад, 10 банок, что ли. Я не помню, по сколько они, ну, блядь, по 500 или по 600, ну, прикинь, 6 тысяч, нахуй, на 10 банок. Ну и ВК пошли, короче. Ну, мы там все до Ануба прошли, Ануба не убиваем, пока танк не собрался. Алхимику давать, реги дешевле будет. Ну, я это, алхимик-то есть, и рецепт ебаный надо, блядь. У меня пукан горит на остров, я шею нафармил на сову, блядь, и надо еще 60 на этот рецепт ебаный, блядь. Вот у меня 22 значка есть, сегодня 33 сделаю. Че, пришел? Мне сегодня надо закрыть все. Да? Да он уже тут стоит. Сейчас похаваю, бафы дадите. Так, хавай, давайте бафы. Но... Так, лапку кто там умирал? Катя теперь бесполезная на друиде. Ой. Так, ну чё, еще раз чекаю тогда. Не выкобенивайся тут, а. Все, все готовы. Так, кого? На счет три разъебываем. Ну, Мороз, на него черепок ставлю, это основная цель, на остальных похуй. Кому не впадлу с квадратика, можете каст сбить сожжение маны. На счет три пуляй. Раз, два, три. Ебать, как он это делал.
Такой типа, знаешь. Нихуя с этих корзев. Ничего, пока живешь. Нихуя себе. Блять, агро сорвал. Не сорвал ты ничего. Кто тебя разъебал так, блядь? Меня Мороз уебал. Тебя Мороз убил, я был в оглушении. Они перетаунчиваются. Ну, типа. Короче, я, это надо либо ретриком, либо при студии спелить. Только вот не массовой вот этой хуйней, а точечной подаваны. Когда на нем щит будет. Его постоянно диспелите. Я думаю, в принципе, должны добить. Да, ты был второй по агро. Встань, наверное. В этот паралич дал же, да? Да, 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 да. Ну, паралич там хуй что сделаешь. А если паладиновский стан, вроде он не свечается тогда. Значит, паралич. Вот влечение 10 секунд. Живите. Пизда ханту, да? Нет, это вилки жми там, вот это все хуйню все. Пиздец, ебаный контроль, он меня прям калит. Квадрат разъебываете, пока босса нет. Босс появляется в босса, да. Так, мне кажется, какой-то пидорас у меня ману высасывает, сука. А, смотри, я ж костюмный сбор. Нихуя себе, тупой. Если надо, подгин дам на ману. Да все, заебись, он. Я уже ему сбиваю косты. Я забыл, что я шаман, блядь. Могу быть скиллованным, полезным. Еще и гера можешь давать. Да, кстати, нихуя себе. Давай. Петух, блядь, сжигает ману. Знаешь, я на шамане еще писываю. Че ты писываю? Станы выписываю. Такие чисто на 3 секунды въебало. Молот летит. Как у паладина. Так, сжигание маны не получится у тебя в этот раз. Ну, походу, сейчас зальете. Ква, чё так мало? Промах, метки кампа нету. Оп, сбил. Я думал, у тебя там два топора, технару. Типа, всё. Вон что, 10 косарей выдал. Так это с трэшем, блин. Ты там кливом долбишь, блин. Не, я кливом не бью сейчас. Удалым героя бью. Чисто вихрем. Вихрем, да. Ну вихрь должен быть ротация. Чё, ничего не поделаешь. Не, ну просто там типа два таких топора, там сакеты можно поставлять хорошие. Это я. Да. Где бы бабок на них взять, да? Триня? Идол. Сука. Идол, а друида нету, блядь, да? Но распыл. Так, пояс. Короче, если перчатки не падают, я вспекаюсь в ДД. Кому надо этот пояс? А босса на нем, конечно. Крафтовый лучше судьбы. Ну да. Тут что-то оденешь. Всяко лучше, чем мой. Ага, рога. Блять, взяли топовую рогу, 15к ДПС, блять, сдох. Такие рогу больше всего бьют. Да иди, Саша, на топовый. Ну это понятно. Кент, я тоже завтра себе вышаю. 4 бисовые эти шмотки не хватает. Плюс тринка. Дайте СС на рогу, чтоб не умирал. То
только один, не вдвоем. Причем по очереди, блядь. Один кончился, СС срезаешься, еще второй сразу вешаешь. Да, да. Рога должен жить. Да, блядь. Хули, у нас в рейде бомжей такой рога должен жить, да. Так, что у нас там по расписанию? Баба, да? Вроде с бабы что-то толковое должно падать. Там ПТМ, по-моему, сука, падает на шаман. А там так чисто. Кусок бревна, которого бьют. Паладины. Да запей его на партнеру. И эти паладины и вары. Обратите внимание, здесь бабы падают перчи. У них две дырки. Если кузня есть, то можно будет хороший комплект собрать себе на этот, на блок, на авойденс. Жуков танчить на нубе 25-ки ВК. Имейте в виду. Так, если тебе бафы приста дам перед боссом, ничего? Мобы бегут там, смотри, ага. Думаю, ничего. Вот этот петух меня стреляет, бля, что за хуйня? Ты ему понравился. Потому что ты хилишь, блин. Ну. Ёбаный, еще кто-то сагрился. Сука. Две это... секунды. Одна. Ноль. Это было запланировано, да? Да, да, да. Ну кто-то репу же фармануть хотел. О, подчинение. Ща Качу убьет. Не, не надо. Я в овцу превратил. Так, что разъебать хотят подавано. Здесь щиток. Блять, я вот не понимаю, вот эти проклятия особо там не делают погоды, да? Можно их не диспелить? КД, блять, нахиля? Или диспелить все-таки, я не знаю. Вроде не страшно, да? Обычная агония. Блин, дохуя, пишу. Так, ну а сейчас кто? Кто с какой-то гильдии там? Савадж. Говорят, заебись гильдия, да? Чё там ругает у вас во сколько? 8, блин. По вечерам. 7-8. От сколько статиков? 5-ка. 1, 2. 1. Че, мы на бабу идем или в театр? Бабу. Бабу, театр, всю хуйню. Кстати, ну раз в театре, а Ромео не пришел. Ну, блядь, сейчас придет, блядь. Ну, приглашение. Отойдите назад, не въезжайте, потому что лужа уже лежит. Давайте, осторожно. Лужа лежит, значит, кто-то обоссался. Фетиш на нежить. Ну чё все нежить? Угу. Так, чё там говорят? Надо бить бабу вот эту, да? Ну-ка, на метку ебану. Или вы сами знаете, да? Кружок поставил, короче. И перед тем, как у нее ХП до отметки 50% опустится, по ней нужно ебануть стан. Кто-то с паладинов сможет оформить, или ретрик, или холик. Вот я скажу. Вот сейчас уже давайте ей стан. Иначе там какая-то хуйня будет. Вот. И еще там, по-моему, с горничной то же самое. А с какой вот? С ночной или с прелестницей? Я что-то не помню, блядь. Давай на ночную посмотрим. Сейчас будет 50, тоже и бомбите стан. О, кружок побейте. Но она тоже в какую-то хуйню должна превращаться, блядь. Нет, не она, значит. Значит, развязная. Она уже превратилась, наверное, да? И похуй. Пиздец, бля. Слава ты. Самый лучший рел в Каражане, что я видела. Да я тут давно не был, бля. Так, ну что, эту пачку в центре разобьем и пойдем к бабе. Блять, а на бабе надо не обосраться там. Это, блядь, стать по-моему. Миликов у нас сколько?
ДК, рога, ретрик, варп, на 4 квадратом встанете. Сука, блядь, опять убьет сейчас он. Заходим в эту обитель зла. Ебать, только сагрился на меня. Два петуха каких-то. А помните в этом, блядь, в Гарри Поттере, блядь, в шахматах в первой части был такой тип, вот как вот этот стоит с мечом, блядь. И в конце там меч у него выпал, блядь. Хм, прикольно. Не помнишь? Ты что, не смотрела? Гарри Поттера не смотрела? Нет, подныла, Гарри не люблю. Так как я так вообще? Я не могу это фильм, вообще тоже его не смотрел. Ебать, нихуя. Кво, братанчик. Жестко, жестко. Но Властелина колец-то хоть смотрели? Нет. Да-да. Да ну нафиг. Один год. Так, там конкубина, блядь, поставил на нее эту хуйню. Вот ее разъебываете. РДДшники, милики, чтобы в первую очередь от нее избавились. Кому-то там... Не спел пороги. Сейчас разъебу всех. Не могу. Все, похуй. Нихуя. Пиздец. Не успел закастить. Что, СС был? Ебай. Там какая-то хуйня, которую я не могу диспелить, походу. Ебать, выстрелы ханта так звучат, что пиздец. Как-то надо будет так встать нам. Короче, Хил, ты этот холипал, ты стоишь, короче, как входим в комнату, сразу первая арка твоя, а я ровно сзади бабы буду стоять. РДДшники по краям. Вот, подними. Милики квадратом, я вам сейчас ебану там метки, примерно, чтобы вы понимали. Я попасту этот трибут, ну, интернет. Давай. Метки сейчас ебану вам. Ой-ой, все подвисли, алло. Да. Ты, походу, решил вместе с интернетом ребутать нам сервак. Ёбаный покос. Обычно, блин, как мы в Казахстане, так и будут, блин. Так, ну это перекур. Это перекур объявляется, значит. Ну минут 5 точно есть, да? Ну да, наверное. Да, 3-5 минут. Идите, чай там наливайте, всю хуйню вот эту. Запускала. Запускается. Меня выдаст, пускать не хочет. Ты себя плохо ведешь, потому что. Ага. Слав, я сейчас это с пати выйду и пригласишь меня назад.
Слава. Пишешь, что давай. Он написал, что давай, выходи. А, меня даже спать и выкидывать не хочет. Все. Мы тебе поможем. Че там, заходит? Да. Завивает. Так ты в пати. Я не дохожусь в пати. Не-не, я выкинул уже. А, вот сейчас все. Спитас, умните, пожалуйста. Роль заходит? Ой, что с микрофона будет? Не знаю, что там. Чё... О, у меня отвис. Пердит. А, может быть. Во, все нормально. Смените, пожалуйста. О, как хорошо без лагов играть. Красота. Компьютер перезагрузил, заработал. Ебаните кто-то шкаф с лого. А каха это чей-то твинг? Вроде как. Да, только у меня пока гильда не загрузилась, еще я не могу тебе сказать чей. Ну давай, пуляй там. Босса? Окей. Мабу. Мой вам совет, блядь. Не заваривайте пакетик чая второй раз. Когда чай заварной. Авторики не чай. Да что ты думаю, была, не была, блядь. Заварим, что прозрачно какие-то, блядь. Так, пацаны. Там... Не, кстати, некоторые нормально. Там некоторые есть нормально. Чаи, которые можно заваривать. Это два назад, раза. Сильно близко не подходите к этой хуйне. Так, смотрите, милики, чтобы вы понимали, блядь, танк стоит вот здесь. Значит, как вот этот ромб нарисован, или что это за... Ёбаный в рот. Выйдите назад все. Съебитесь. Сука, ну говорю, забыли. Текай из города. Сейчас она сведется. Убегите отсюда. Чё она? Да ушли, всё, она ушла. Не подходите близко, стойте там где-то за колоннами, блядь. Значит, вот эта хуйня... Вот тут вы стоите, да, по краям вот этой, блядь, фигуры. Но при этом баба, подаван за эту хуйню отвечает, она должна находиться сама в центре, вот как она стоит с пола. Если она чуть сдвинулась, то ее обратно поставь там. Вот. Примерно ваше положение. Вот. Если она сдвинулась, там, ты в фире куда-то убежал, ты ее обратно в центр ставишь и встаешь свою метку. Значит, Халипал, стоишь здесь. Давай, где? Вот тут луна. Если что-то случается там с кем-то, выбегаешь из-за столба, чтобы челика прохилить справа-слева от тебя, который стоит. Я буду стоять на противоположной стороне от тебя, вон там, сзади бабы. Все, бафы-бафайте, жрите кабана, проверка. Я пойду оббегу. Так. Так, а че кабан? Хуй знает, это я наебал, наверное. Я оббегу, и будем начинать. У меня вроде есть баф, или там еще есть. Дайте лапку. Подаван. Благодарю. Смотрите, танк собирается стоять в этой, как она называется, блядь? Трусы. В трусах. Так что, милики, смотрите. Так, где-то там кому-то не хватает. Вот тут еще метка. Ну вы поняли, да, по вот этой фигуре. А банда есть? Да, вот стоит на входе. Да, смотри, кто убежал уже. Вот, сейчас, ну, сишку... Милики, ты чё, как стоят? Милики, вот как метки стоят, подаван в трусах стоит, и вы стоите треугольничком таким. Один с левой ноги, другой с правой, один с жопы. И при этом максимально отходите назад,
как только кнопочка атаки у вас красная становится, тогда шаг вперед и начинайте бить. Это будет максимальный рейндж от босса, чтобы вас цепуха не убила. Ну и это ретрики. Ретрик, просьба диспелить. ШПшник себя диспелишь, потому что мы его не прохилим, вы сдохнете. Давайте посмотрим, что у нас получится. Все, на счет 3 пуляй. 1, 2, 3, погнали. Вот эту парашу тоже диспельте. Потому что я магическую хуйню не вижу. Вот. Захиливайся. Ретрик, через прок флешки захиливайся. Флешка прок, это вместо экзорцизма давай флешку. Ассисти, да помимо. Я в параличе, блядь, стою. Ну, эти пепи стоят. И ничего. Не прилетает там жестко. Блять, ну хорошо, не сдохну. Вот это самое, Навара за хил кидайте. Прожимочку нажимай там на хп, вар. Крик на хп, ебани. Мы пока не выйдем, еще 3 секунды, блять. Ну, засейвите кто-то, вара. Щиток там, я хуй знаю. Пиздец. Когда успела, накинула. Самое укан взрывает на этом боссе, это вот эта хуйня. Что тут пролечит, так долго следующее. А что тут раз сделали, что его не было? Я правда не знаю, что и кто. Да, косты сбивали. Рандомная хуйня. Наверное. О, хуеть. Просто ваншот. Да это я, видать, подошел. Мне кажется, от собаки отскочила, не? Ты особо не видел, там от кого отскочила. У меня пустая информация. По-моему, была. Не должно через пета входить там. Все, Лока захиливай, Лока захиливай. Диспел его. Кто там ближе? Ну, Холипал, я думаю, двух Локов видит. Я Миликов вижу. Первый тролль немножко тролль. Это... К той колонии, слева от тебя, которая, чтобы я тебя мог доставать. Вот, паралич. Чтобы я тебя хилил. Хилкой, чтобы мог доставать. Понял, принял. Кого прожмись? Да, 3 секунды еще. Все, нечем. Живи. Я не зыбку отдал, может поможет. Ну, 3 миллиона осталось. Вы должны доколупать. Вообще, рекаунт сломался, хилбот тоже что-то решил не фарычить. Все, себя захилил. Главное вот эту хуйню диспелить, которая на баф вешает, блядь. Чтобы он сильно не продамазывал. И потом на место ее ставь. О, нет. А ты можешь тотем, короче, это ставить, она в тебя вообще стрелять не будет. Который это, типа перенаправляет заклинание. Че он там, воздуха, да? Сейчас посмотрю. А еще найду только. О, плюс 10% репы пойдет. Так, ну я поставил, да. Все, лямба бьет. Он, кстати, недолго же вроде же существует. Вон он, 20 секунд осталось. Ну ты его обновляй. Вы сейчас добьете 600 тысяч. Вот она влетела вроде, ударила. Да. Он исчез. Вот и заебись. Видал, что я знаю?
А ты знаешь, что я знаю? Что вы делали прошлым летом, да? Вы делали в Калажане. Хуйню занимались. Вот и все. Пожалуйста. О, танка шея, забирайте, пиздатая шея. О, тотем. Войд, забирай. Тотем, это заебись. Так, танка шея, кому надо? Я кого закину? А там, если кому-то офспек, если есть у кого-то там на танк, заберите его. Кого, у тебя есть спек? Да, есть. У меня пошла сподава, наджал эту шею. С этим, с Ясным поговорите. Там Ясный тоже вроде хочет. Рольните между друг другом и все тут. Давай Ясный звоню. Надо пак слева заливать будет. Сейчас зальем. Ну, Ясно, отдай, у него 78. Ты есть. Куда убежал? Стой. У тебя Ясный что, протопал есть? Mm-hmm. Слушай, у вас дело. Столько танков спеков, машу потанчить, а я подбью. Давай, одетый танк. Так, а тотем этот мне сейчас будет профитно одеть, нет? Наверное, да. Не пиздите рогу, он в овце. Блядь, что его пиздец быстро дали. Чего вы так быстро запиздили, блядь? Дождик капает. Да, наверное, вот. Дождик. Волки, блин, называются бей своих, чтоб чужие боялись, да? Да. А, точнее, ты не рога, ты вар. Так, после этого моба попью. Обновите фулбафы, пожалуйста. Поднимемся. Так что бой. Вон тот еще моб, ему пизды надо дать. Не дают отпиться. Все пьем. Ну, опера там изи должно быть. Касочку еще киньте. Касочку, кулак, пристабав. Да сейчас я дам настойкость, подожди, мана. Блять, а есть хламобот или какая-то хуйня такая есть? Есть у кого-то? Живс? Закончился. На эрдру. А если еще починка, где здесь, если репы нет? Далеко еще. Если репа нет, то в Долоран. Мы тебя присумоним. А, ну, еще раз сдохнем, наверное. Можно зашаклить одного? Целого, пожалуйста, зашакли. Да там уже яд нанесли. Да, кстати. Всего сразу сняла шакл. Куда? Вообще противная. Ой-ой-ой. Надо было притащить, притянуть. Да разве было? Да. Они пизды никому дали. Одного не пейте. Да поздно, надо было, когда меня там таскали. Вот я в этот момент и кидала шакал, но ты его ударил и все.
Давайте я его ферну просто. Ну, еще один придурок. Вон третий. Они агро скидывают, что ли, я не пойму? Да, скидывают. Но это тебя не должно пугать, ты же профессионал. Не, меня вообще не пугает, просто удивился. Как так-то? Катя в Омане, блин, на первом месте. Чё? Да я смотрю, меня что-то пробивает, что-то прям вообще конкретно так бьет. Сейчас после этого что-то перезайду быстренько. Из-за чего пробивает? А что перезайти? Зачем? Рекаунт не хочет работать адекватно. А нахуй тебе нужен, блядь, Катя, ты все равно ниже меня, блядь. Заткнись. Кто там репу хотел? Не, давай без этих красавчиков. Там на трибуне очень много. Мы как-то раз пришли. О, очень много репа. И, короче, представление началось, и сова звездопад дала, блядь, с краю на. И просто, блядь, все эти ебучие мобы, блядь, вот. Зрители, блядь, побежали. Хвать, лови. У демона очень хороший пет. Ой, до хера бежит сзади. Я бы тоже. Немного, два бегут. А где звездопад? А сука, подавай. Умирай нахуй. В одиночку. Зачем ты вот, что ты не поднимаешься, что ты их не ведешь? Да потому что не я их бью. Как вы их сажали? Да пиздец, руки этот, и жопы. Этот пет лока, большой который такой. Сколько это, поднимите лока. Кстати, да. Да я не думал, что он побежит куда-то влево, я же по лестнице. Ну, в итоге побежал их огреть, да. Буйный попался. Да, он там штук 30 согрел. Тебе повезло, что ты умер просто. Ой, ой-ой-ой. Чё, блядь? Притворяйся. На вас мана не напасёшься, блядь. Там о, это столбом. Откуда? Со столбов выводить самое главное. Вывожу. Коркрон. Чё это за гильдия? А, это циркуля, пацаны, какие-то. Ебать, какой-то петух прибежал. Сверху. Ой. Откуда они бегут? Сверху откуда? Столбы там, смотрите, если будет. Я
Блять, какой-то детектив мне челик говорит. Возьми, говорит, почитай, беру книжку. Там завязка сюжета такая тупая, никогда такого не видел. Типа Москва, 39-й год. Какая-то баба идет домой после оперы, какой-то спектакль или чего-то. И видит пьяницу, короче. Потом, откуда ни возьмись, этот пьяница оказывается каким-то оперативником, блядь. Какую-то банду расстреливают, блядь. Хуй пойми. И почему-то, ну, он говорит челику проводить ее, типа, до дома. Тот поражает, убеждается, что она все, она не с бандитами, типа, эта баба. И почему-то эта баба, ну, типа, понравился он ей этот мужик, блядь, который был забыл. Это вообще, этот, ну, завязка сюжета, блядь, 10 из 10, блядь. Че, я не актер, да? Я не актер тоже. Че, резнулась? Угу. Забегаю. Интересно, что будет? Я хочу красную шапочку. Самое веселое. А я хочу там, где ленточка падает. Есть такая? Ленточка вроде везде падает, не? Да. А, ну завести. У нас там еще кто-то остался. Хант! Хант, ты здесь? Он сбежал? Походу. Да он стоит за дверью. Хант, сбегай. Во, заебись! Это ведьма, блядь. А, нет. Красная шапочка. Красная шапочка. Хант. Первый тролль, ты тут? Алло, Вася. Вася. Может, он здесь тоже улетел? О, побежал. Успел. Фух, чуть на примеру не опоздал. Да-да-да, красная шапочка у нас сегодня. Откройте, сука. Откройте дверь, блядь. Чуть не открывают нихуя. А, сейчас он исчезнет. Так-так-так, тактику все знают? Тактика? Бей босса. Бить босса, Да-да-да, лупим босса, а когда он, короче, это... О, бабуля. О, надо же бегать тут, ёбаный покос. Да-да-да, когда... Будете вешаться, будете бегать по кругу, блядь. Вы превращаетесь в красную шапочку и бегаете по кругу просто. Все, давайте, разъемно. Ты на один край поставь, вот сюда вот примерно, босса, чтобы РДД на другой край. Короче, где-нибудь поставь РДД на максимальном рейнже, вот, чтобы у нас было время среагировать, начать бежать. Да он не догонит таки так. Единственное, что миликов кого-то может ебануть. Шотнуть. Так, ну что, таймеров нету, добавим эту хуйню. Скоро должно быть. Так, антифировый тотем здесь помогает? Лок, беги, лок! Беги! Сука, сейчас я поставлю, да? Ебать, шапочка с косой! Ебать, у него агрессия! Шапочка с косой, это просто съела. Ой, ебать, пиздюлей дали, пацаны. А чё ты сдох? Ё-моё. Не убежал? Он, короче, в дверку врезался. И по кругу просто бегает. И это, по маленькому. Умяра. Рога. Мне показалось, что вообще рога. Все, на тебя бегает. Ну так его ваншотнуло, не? А, нет. У меня ДБМ показал, что... Да-да-да, я с камня встал. Сейчас ты рога. Кент, есть СС? Беги. А миликов шорты всегда. Пиздец, вы что, бегать не умеете, ребята, блядь? Вы что? Там скорости хватает, чтобы не получать урон. Кен. И после того, как шапочка спадает, да, есть у меня. Шапочка спадает, а грудь уже обнуляется. Все, рога побежала. Правда? Должно. Не, ну это должен убежать на спринте. Да и без спринта все там хватает, что вы думаете? Никакого спринта не надо. Вот даже по маленькому кругу он водит спокойно, потому что босс замедленный. Ой. Так как два РДДшника сдохли, это просто пиздец, позор. Ничего. Ну, не знаю, я убегал, он просто шотил. И плюс фир кинул. Ну если только лагает. Вот, Кент. Кент. Показывай класс. Главное вот эту, как фигуру, которую описываешь, чтобы она, чтобы ты угол не срезал. Видишь, он идет за тобой, ты более овальный делай вот этот круг. Не овальный, круглый, блядь. И все. У тебя скорости больше, чем у него бега. Все. Так, что там будет? Беги, малыш! О, на мне. Сейчас я покажу класс, блядь. Как
надо бегать. После такого обычно умирает сразу. Да, смотри, гайд, блядь. Даже останавливаться успеваю. Сейчас я перед домом пробегу. Опа. Не, нас не догонят. Это был гайд на красную шапочку, блядь. Записывайте, блядь. Подписывайтесь на канал, блядь. Твиттер, паблик, инстаграм и все это хуйня, или что там, блядь. О. Хэпал. Хэпал показывает, класс. Блядь, я хочу льду собрать, и чтоб там выпало 10 осколков, блядь. Нихуя себе. Ну, жестко, да? Что за осколки? Типа волонтер сразу? Планировать 30 осколков, нет? Да. Так, трепет помогает, да, здесь? Снимает фир? Да, я вроде. Да что он доебался до меня? Повторение мотивения, блин. И твой ник ему тоже нравится. Он типа бежит, банал. Она ударила. Правильно, в жопу. Там пахнет ванилью и ваналью. Нет, не для него я растил. Кто? Помог, чем смог. Он, блядь, кстати, не сдох, кстати. Да, ну это вар. 33 хп, блядь. Он 1025 может ударит. По латам, блядь. Срогу-то слил, потому что у него 23 тысячи всего. Кто тут папочка? Who is your daddy? Это был какой-то этот, блядь, чит в какой-то игре в StarCraft'е, да, в первом? Who is your daddy? Ресурс? Опять рога! Это в WarCraft'е, по-моему, был, не? Или в WarCraft'е, да, наверное, там. Веселый босс. Да, мне он больше нравится, чем Джульетта. Да, там Джульетта, что, третья какая-то есть, нет? Ну, третья ведьма. После разнообразия, ну. Там просто от вихря отводить надо. О! Я на третьей не была, я была только на шапочке и на Ромео, на третьей не была. Этот босс чем хорош, что просто заливаешь волка и все, изи. Долго сильно не бить. Так, что там выпало? Опа. Вау, огнестрел. Еще поднимите, пожалуйста. Лежать. Хант, надо тебе, да? Не знаю, посмотрю сейчас. Ебать, на трансмог, посмотри, какая она пиздата. Так, ну смотри, это, Рога, тебе точно надо эту хуйню? Но лучше, чем метательная. Так, ну да, дырка есть. Ну да, классная, а. Так, вот эта ткань, меткость крит. Три дырки, блядь. Сок просто. Каха, ламинар. Я вижу, что это сок. Там сами договаривайтесь между собой. Хоста, конечно, получите будет. Но три дырки — это заебись. Пошли. Куда мы дальше идем? Я забыл. Ой, бля, а мы сдыхаем. Смотрите. Сдыхайте от мобов. И сначала инста забегаем, смотрите. Вроде как да, потому что это не лес. Туманете? Урогу. Да. Куда? Смотрите. А. Бля, ебать, они меня так долго ковыряют, нахуй.